Путешествие с Юрием Визанкиным. С Рождества начинаются святки. Сплошные праздники, которые длятся до крещенского сочельника и сопровождаются посещением родных и друзей, маскарадами. На святки в России испокон веков было принято рядиться, устраивать веселые игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять всех встречных с поворотом солнца на лето, шутить и петь песни. Заканчивались колядки всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром. Рождественский стол на Руси был не просто праздничным столом. Он был и остается во многих семьях самым богатым, самым обильным и разносольным. Блины, рыбные блюда, заливное, студень из свиных и говяжьих ножек, молочный поросенок с начинкой из каши, свиная голова с хреном, свиная колбаса домашняя, жаркое, медовые пряники, сбитень и, конечно, жареный гусь. Коли да продадут тебя, коли да за 100 рублей, коли да, коли да. Завтра мясо едят. Замочите подготовленного гуся в вине на ночь. Посуду с ним порежьте кольцами, репчатый лук, яйца. Отварите, разрежьте пополам и удалите желтки. Часть балыка пропустите через мясорубку, смешайте с яичными желтками. Разотрите в однородную массу, добавьте немного майонеза, положите в серединку яиц и соедините половинки яиц вместе. Другую часть балыка тонко порежьте. Отварите рис, остудите и перемешайте с кусочками балыка. Достаньте гуся из вина, обсушите его, натрите солью внутри и снаружи. Сделайте на коже гуся маленькие надрезы и просуньте кусочки балыка. Нафаршируйте гуся рисом с балыком и зашейте нитками. Смажьте гуся толстым слоем майонеза. Положите на противень. Вокруг гуся разложите оставшийся рис, фаршированные яйца, сардины, оливки. Полейте все майонезом и поставьте в разогретую духовку. Регулярно поливайте гуся жиром, который вытапливается. Готово! Царского гуся! Переложите на тарелки, не забудьте удалить нитки и обложите запеченным гарниром, украсьте зеленью и свежими овощами и подавайте к столу. И приятного вам русского аппетита! Живите вкусно! С Новым годом!